В округе продолжается реконструкция дороги, соединяющей микрорайоны Митино-2 и Изумрудные холмы. Сейчас подрядная организация выполняет работы на самом сложном участке проезжей части. Несколько лет назад здесь произошел обвал, и короткий путь в Красногорск для жителей Митино-2 был отрезан. По словам руководителя строительства, причина в отсутствии системы водоотведения. Дорогу просто-напросто размыло. Нынешним проектом ошибка предусмотрена и исправлена. Мы демонтировали старое бетонное основание. Сейчас мы песком отсыпаем там откосы. Потом будем укреплять откосы матрасами Рено и габионами. Это будет укрепление низа откосов, да, чтобы не было сползания откосов. После этого мы монтируем ливневые колодцы. Вот они у нас там стоят, уже готовы ливневые колодцы. После этого борт дорожный монтируем, да. И после этого приступаем уже к асфальтировке данной дороги. Колодцы установят через каждые 50 метров. Вода будет поступать в них, затем в ливневые очистные сооружения и далее сбрасываться в реку. Поскольку эта дорога крайне востребована у жителей Митино-2, каждый день они отвозят детей в красногорские сады и школы, сроки на ремонт этого 500-метрового участка дороги сжатые. Главой Красногорска Волковым Дмитрием Владимировичем поставлена задача подрядной организации до конца октября месяца запустить некое рабочее движение, по которому могли бы ездить жители микрорайона Митино-2. Задачу подрядчик обязуется выполнить своевременно и собирается наладить частичное движение с помощью светофора. Пока на одной полосе будут продолжаться ремонтные работы, по другой смогут ездить автомобили. В полную мощность магистраль протяженностью 5400 метров планируется запустить следующим летом. Графика и технология производства работ регулярно контролируются администрацией муниципалитета в рамках выездных штабов.